Всем привет, с вами Тимоха, и в этом видео я покажу вам, как получить вот такое крошечное яйцо небытия в ваш Roblox инвентарь. Да, вы не ослышались, в ивенте, который позиционирует себя как Egg Hunt, наконец-то спустя 4 недели мы можем получить яйцо. Блин, не могу в это поверить. Так, ну ладно, во-первых, заходим в плейс чемпионы метавселенной. И если мы на протяжении всех 4 недель собирали хотя бы по одному различному кейсу, то нам выдадут бандлы наших героев. В моем случае мне выдали все 4 бандла. Итак, яйцо. Ну, для его получения нам, во-первых, надо иметь в своем Roblox инвентаре 35 бейджиков с кейсами. То есть мы просто заходим в этот плейс, ссылка на который будет в описании, и смотрим на цифры над собой. Если в сумме они дают число 35 или больше, и ваш никнейм золотого цвета, то мы можем продолжать. Если нет, то вы можете дополучить кейсы прямо сейчас. Просто подходите к порталу, кейс которого хотите получить, и смотрите те плейсы, в которых сейчас эта возможность есть. 35 ящиков есть, золотой ник тоже, отлично, теперь нам надо найти еще 11 таких же людей. Ну вообще, можете просто заходить на публичные сервера и там смотреть на их наличие. Я в принципе так и сделал. Теперь всем 11 людям надо встать на плиты, местонахождение которых я сейчас показываю на экране. Нам, кстати, тоже надо встать на плиту, чтобы все сработало, это важно. Вообще, все остальные зарубежные ютуберы утверждали, что кейсов надо иметь 30 или больше. Но у меня было 30 кейсов, и я долго не мог понять, почему у меня ничего не получается. И в итоге, методом проб и ошибок, я вычислил, что это число 35. Хотя, если честно, не могу утверждать точно, может это число у всех индивидуальное. Если это так, то, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Такс, если мы все делаем правильно, то при вставании на панель она будет излучать искорки, и вверх будет бить луч света. Если же нет, то от панели будут исходить темные сферы. То есть получается, чтобы эта пасхалка сработала, нам надо, чтобы в небо било 11 столбов света. Если все сделали правильно, то проиграется катсцена. Теперь бежим к этому белому летающему яйцу. Наступаем на эту белую плитку, и нас телепортируют в потайной храм. Здесь нам надо коснуться вот этого маленького беленького яичка. Все, синее яйцо небытия в нашем Roblox инвентаре. Кстати, тут еще есть статуи, демонстрирующие все предыдущие хэнты Роблокса на протяжении многих лет.
И да, еще один забавный факт. То яйцо, которое мы получили, на самом деле является неиспользованным яйцом из самого первого Экханта 2008 года. Вот такой вот приколдес. В описании яйца написано. Оно маленькое. Не, кстати, оно реально маленькое, его даже на аватаре нельзя разглядеть. А в описании бейджика, который мы получили в придачу к яйцу, написано. Прощайте. Похоже на то, что ивент «Чемпионы метавселенной» и правда завершился. И нам осталось дождаться того момента, когда все кейсы, которые мы получали на протяжении этого месяца, откроются. Но не факт, что это действительно конец. Ну а чтобы не пропустить новые видео про ивенты и промокоды, подписывайтесь на канал, тыкайте на колокольчик и ставьте лайки. Ну а с вами был Тимоха, до скорой встречи, всем пока-пока, удачи!